Комсомольский на Амуре, городской комитет КПРФ, праздничное мероприятие и поздравляет комсомольчан с праздником Днем защиты детей. Мы поздравляем вас с днем 1 июня, Международным днем защиты детей. В 1949 году было принято решение, предложение было выдвинуто Парижской Международной демократической федерации женщин отмечать 1 июня именно как Международный день защиты детей. Это было послевоенное время, было много бездомных, было огромное количество социально-экономических проблем. Локальные войны в мире. У нас в стране, вы знаете, в советское время был закон, который защищал и детей, и семью. Огромное количество было социальных программ. Вообще по социальным завоеваниям советский народ был впереди планеты всей. Передовые страны Запада могли только мечтать о таких социальных свободах. Сегодня, к сожалению, нам приходится вновь думать о защите детей, о защите семьи. Эти проблемы становятся актуальными. Наркомания, платное высшее образование, платное здравоохранение, коммерциализация всех сфер жизни, включая ЖКХ, что в северной стране, где это вопрос национальной безопасности, просто недопустимо. Поэтому мы призываем всех объединяться вокруг КПРФ, которая, вы знаете, в своей программе поднимает вопросы и бесплатного качественного образования для всех, и бесплатного качественного здравоохранения, национализации базовых отраслей экономики, чтобы деньги шли в бюджет, они разворовывались, не уходили за рубеж. Это позволит проводить серьезные социальные программы в стране. Еще раз поздравляю всех с 1 июня, Днем международной защиты детей. За наших детей и внуков.